32-летняя актриса Кристина Асмус и 39-летний шоумен Гарри Харламов пополнили ряды пар, расставшихся в период пандемии коронавируса. Сегодня супруги объявили о своем разводе на личных страницах в Инстаграме. Кристина призналась, что на ее решение не повлияла ни самоизоляция, ни ее скандальная секс-сцена в фильме «Текст», и уточнила, что они с Гариком надеются сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Насти. Гарик Харламов также уже прокомментировал развод Кристины Асмус в своем Инстаграме. Юморист признался, что теперь их отношения с бывшей возлюбленной переходят на новый уровень. Они будут сохранять уважение друг к другу и вместе воспитывать 6-летнюю дочь. Харламов, как и Кристина Асмус, попросили журналистов уважать их право на личную жизнь и пока не задавать никаких вопросов по поводу развода. Напомним, что Кристина Асмус и Гарри Харламов начали встречаться, когда шоумен еще состоял в браке с первой супругой Юлией Лещенко. Харламов утверждал, что на тот момент уже несколько месяцев не проживал с женой. В 2013 году Харламов официально развелся с Лещенко и в том же году сыграл свадьбу с Асмус. Через год после торжества у пары родилась дочь Настя. Ребенок стал первым как для Гарика, так и для Кристины.